36-й пожарной части прошли районные соревнования по пожарно-прикладному спорту для школьников города. Участники бежали эстафету и тушили ненастоящий пожар. Так дети больше узнают о профессии спасателя, благодаря чему некоторые уже решили, кем будут работать в будущем. Подробности в сюжете Екатерины Пономаревой. Скорость, точность и командный дух – это основные принципы работы спасателей. Попробовать себя в роли пожарных решили 5 команд из школ Нижнего Тагила. В 36-й пожарной части прошли районные юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Соревнования проводятся для того, чтобы ребят познакомились с профессией пожарного, попробовали себя, попробовали тушение, попробовали те моменты, которые пожарные используют в своей работе. Участникам необходимо было на время пробежать эстафету в 4 этапа по 100 метров. Затем водой из гидранта сбить мишень. Самое сложное – это не подскользнуться и правильно пробежать дистанцию, правильно распределить силы. Самое интересное – это, естественно, командная работа, так как взаимоподдержка, взаимопомощь друзей. Соревнования ежегодные, и среди участников есть те, кто впервые пробует свои силы в состязаниях такого рода, и те, кого уже лично знают организаторы мероприятия. Мне нравится профессия спасателей, я тоже хочу в дальнейшем работать там. Потому что, ну, как бы у меня родственники работают, и мне это очень нравится. Самых быстрых и самых метких юных огнеборцев наградили почетными грамотами.